Друзья, всех вас приветствую. Сегодня я вам очень интересный контент нашел. Это Renault Talisman рестайлинг. Машина 2020 года. Сегодня мы в полноценном обзоре посмотрим на все ее внешние и внутренние изменения, но обязательно на нем покатаемся. Поэтому смотри ролик до конца, будет интересно. Итак, начнем с внешнего вида. Перейдем к интерьеру. Все по наступательной, но обязательно заглянем под капот и прокатимся на этом Renault Talisman. Итак, полноценный рестайлинг. Изменение коснулось как передней, так и задней части. Ну, сбоку особо он не изменился, на мой взгляд. Хотя какие-то мелкие детали изменились. Ребят, сами видите, наверное, да? Абсолютно новая морда, радиаторная решетка, фары. То есть низ бампера абсолютно другой. Здесь у нас с отражателями LED-фары дальние, ближние. Также они имеют маркировку LED Pure Vision. Двухэтажные ДХОшки. Сейчас включим ближний цвет фар. Сейчас я вам покажу. LED Pure Vision. Ночью пока что не ездил, не могу сказать, как они светят на фоне линзованной LED Pure Vision оптики, которые, ну, в рестайлинге, да, установлены. Комплектация у нас средненькая сегодня, но то, что было, как бы, да. Появятся богатые, посмотрим и на богатые изменения рестайлинговых талисманов. Все так же он остался огромным кораблем, универсалом D-класса. Значит, у нас 17 диаметра литые диски. Тоже таких вот форм рисунков еще не было на рестайлинге. Сразу же бросается в глаза, что у нас есть бесключевой доступ. Бесключевой, как на Меганах, теперь с такой вот кнопочкой. То есть, помните, раньше было две такие точечки, да? То есть, теперь кнопочка. И, если не ошибаюсь, как на Меганах, должна быть, да, вот, есть окошки подсветки ручек. Да, вот они. То есть темное время суток. Аналогию, наверное, там BMW, пятерки, тройки, X3 видели, как они подсвечиваются в ночи. Это такая вещь, такая эстетическая и, на мой взгляд, хорошая. Ну, то есть придает какую-то изюминку автомобилю, когда вы подходите, открываете, под ручками подсвечивается ниша ног. То есть очень интересно это в реальности выглядит. Также имеем большое наличие хрома по ободкам стекол, там вот декоративные всякие заглушки. Есть рейлинги для установки грузов. Значит, крылья остались пластиковые, как и пятая дверь. Кроме LED Pure Vision фар, я вижу заглушки. Я не знаю, есть ли они в рестайлинге, к примеру, противотуманные фары, но здесь пока что их нет, ребят. То есть такое вот большое наличие хрома. Морда стала намного интереснее, чем в рестайлинге. Ну, всегда рестайлинг, в принципе, идет в лучшую сторону, то есть делают машины более современными. Так, дальше погнали. Не хочу ролик делать на 40 минут. Вы, наверное, заметили, да, что у нас сейчас ролики там 10-15 минут. Все основное я всегда пытаюсь отобразить. Задняя часть. Задняя часть 100% стала круче. Вот так вот, ребят, с такого ракурса я вам покажу. Зацените задние фонари. Ну, намного стали интереснее выглядеть в реальности. Другие подсветки диодные. То есть у нас теперь, сейчас я включу аварийную сигнализацию. Итак, динамические указатели поворота теперь, как в дорогих немецких автомобилях. Юбка бампера снизу, мне кажется, осталась такой же, как и была, но вот задняя оптика изменилась в лучшую сторону 100%. Сейчас я выключу ближний свет фары, покажу, как выглядят передние фонари ДХОшки. Здесь они теперь тоже, ребят, динамические указатели. Ну, стало интересней. Здесь это и отмечу. Так, датчик дождя, света и камера, которая считывает знаки дорожные, присутствуют. Ну и давайте погнали к интерьеру. Как я сказал, комплектация у нас средненькая. Просто не знаю ее название, ребят. Я знаю, сколько хейта будет. Здесь реально слегка подвытянулась ткань. Вот здесь вот. Вот. Я сейчас покажу приборку, где нарисован пробег. Сколько же будет негатива. Вот всяких людей, которые пишут злые комментарии, наверное, проезжая в трамвайчике.
до работы или обратно. Итак, 73 769 километров, 20-й год. Цена, кстати, нормальная. 1 920 000 рублей за такой вот, значит, талисман в рестайлинге за большой универсал Т-класса. Итак, ребят, давайте начнем. Карта. Карта, на мой взгляд, осталась прежней. Блок кнопок, насколько мне видится, все то же самое. Может быть, какие-то минимальные отличия. Тканью обивки вот такой вот ромбиками не было раньше. Руль, в принципе, остался такой же, но блок кнопок изменился. Видите, они круиз оттуда включение перенесли на руль. То есть включение круиза. Далее. Фоновая подсветка у нас есть. Меняется на кучу других цветов. Также теперь у нас подсвечиваются подстаканники, которых, насколько мне помнится, здесь раньше не было. Ребят, ну, может, что-то путаю, конечно, но, по-моему, не было подстаканников. Другой пластик такой под дерево, да? Но вот стало здесь намного как-то современнее. Крутилки климата, как у Каджара. Ну, потому что у нас комплектация не максимум. Здесь бы был другой климат с двумя крутилками и большим планшетом. А здесь также тоже все диодно подсвечивается. Нет, такой опции здесь нету, как есть, бывает, знаете, в дорогих комплектациях, обшита кожей. Так, у нас другая приборная доска. Сейчас, одну секунду. То есть здесь вот такой вот ЖК-мониторчик в приборной доске. И слева-справа тоже, значит, такие аналоговые приборы. Но они не механические. Дальше. Просторный задний ряд сидений заднего дивана. Здесь какая-то уже такое ощущение, что более глубокая стала. Значит, выемка боковой поддержки оставили нам, хоть и не богатая комплектация, но подлокотник с подстаканниками оставили. Воздуховоды есть. Вот так вот, ребят, выглядит заднего ряда передний ряд. Так, безрамочное зеркало заднего вида. Микрофоны для задних пассажиров громкой связи. Кстати, до сих пор я не сказал, что здесь за мотор. Здесь всеми известный 1.33 TCE, TSE, как по-разному его называют, турбомотор на 160 лошадиных сил. И семерка мокрая ЕДЦ. 572 литра здесь также багажник остался. И есть запаска с набором инструментов. Так, газоупоры, никаких доводчиков. Парктроники перед-зад имеются, камеры заднего вида нету. Так, ребят, ну сейчас присяду за руль. Так, ну что, здесь вот сейчас покажу новую анимацию. Более такая вот приятный бортовой компьютер, смотрите. Оп, открываю дверь. И вот он показывает, что дверь, допустим, водителя открыта. Также с задней крышкой. У нее есть изменения, как и на Меганах. Дальше. Значит, переключение режимов езды также меняется. Все. У нас и тахометр с спидометром можно менять. Эко, да, там, допустим, здесь такой закат. Дорога с закатом уходит. Ну, все можно индивидуализировать на самом деле. Я вот не помню, где мы заходили. Большое количество цветов подсветки салонной. Там и салатовый, и оранжевый цвет был. То есть, я вот не помню, Саня здесь копошился в настройках. Сейчас так вот не вспомню. Просто не так часто я сижу в рестайлинговых Меганах и талисманах, потому что их еще малое количество. Кстати, вот заменилась кнопка заводки. Ну, ребята, поверьте, цветов здесь много, они такие более яркие стали. Так, сейчас Санька позову, мой оператор, и на нем с ним прокатимся. Кстати, по всей видимости, да, беспроводная зарядка здесь еще есть, теперь появилась. То есть, что не может не радовать. И поедем куда-нибудь прокатимся, покажем вам динамику разгона этого автомобиля. Интересно. Ребят, есть кое-какое мелкое изменение, Саня, не знаю, покажешь, не покажешь, только сам случайно заметил. Вот, видите, включен ручник, да? То есть мы включаем драйв, и он сразу же отключается. То есть не как раньше, когда мы начинаем движение, он врубался. И включаем паркинг, к примеру, покажи, Саня, сейчас. Ага. Так, вот, включаем паркинг, видели? То есть сразу же ставится, уже вот здесь есть кое-какие изменения.
по этому автомобилю. Итак, в принципе, по технике, я думаю, особых изменений здесь мы не увидим, потому что здесь тот же 160-сильный 1.33 турбо бензиновый мотор работает на 90, минимум 95-м, то есть 98-м и 100-м бензине. И здесь у нас семерка EDC DV5 коробка показывает себя с лучшей стороны в последнее время. У людей появляется к ней доверие, то есть большое количество машин с этой коробкой покупается, то есть те же BMW, все поперечно лежащие моторы, полторашки дизеля или бензины, потом те же Infiniti маленькие кроссоверы, QX30, по-моему, называется, Mercedes A, B группы, CLA-шки, то есть также имеют эту коробку, но Mercedes, в частности, этот же мотор, только настроенный по-мерседесовски. Многие думают, что там классические автоматы Мерседесов установлены, а не вот эти коробки. Так, друзья, сегодня куда-то там не поедем. Мы на полигон, где можем показать большое количество, так скажем, цифр на спидометре. Кстати, здесь вот кнопка показал, я не показал, а сами покажи, автохолд появилась. Но, допустим, мы остановили сейчас пробка, он стоит, держит ее. То есть удобная опция в пробках, особенно толкаться, чтобы постоянно не держать машину на педали тормоза. Приборка намного интереснее стала читаться, то есть нету такой старой, да, ЖК-приборки, такая она более новая, даже прорисовка, анимация стала интереснее. Вот эти три шайбы достаточно мне узнаваемы, понятны, по тем же Меганам, Каджарам, то есть все неплохо управляется, то есть понятно вот эти крутилочки. Ну и, ребят, мотор — это пипец. У нас, я не знаю, какая сейчас спортка. Сейчас посмотрим, что у нас выбрано. Да, у нас спорт, поэтому... Ну, давай сейчас чуть-чуть топну. Поднимается морда. То есть, ну, ребят, буду скидывать, потому что очень бодро. Такая большая боржа, как талисман, практически 5 метров длиной, подрывается на ура. То есть, давайте, наверное, перейду я в комфорт, чтобы он не держал. MySense называется еще комплектация. Ой, комплектация, настройка коробки с двигателем. Расход здесь заявлен что-то в районе 6-7 литров по городу. Возможно, в какой-то прям пенсионерской езде, я думаю, что добьетесь таких цифр, но все же, я думаю, 8-9 здесь все-таки будет. Но по трассе, возможно, 5-6, если вы поедете там 100 там, км в час. Подвеска так и осталась энергоемкой, достаточно мягкой на неровностях. Но вот динамики, я вам скажу, я уже не первый раз это, об этом говорил здесь, потому что разгон что-то в районе 9, да, секунд, по-моему, сами заявлено, да? Там, не помнишь? Ну, вроде, да, 8,9. Как-то 8,9, да, на дрестайлингах. Но я думаю, по технике особо здесь ничего не изменилось. Может быть, какие-то микродоработки двигателя остались. Там вот внешне какая-то штуковина, я, к сожалению, не вам не показал. Подкапотное пространство, там на крышке клапанной какая-то штуковина есть. Декоративная крышка, значит, появилась. Ну, давайте сделаем так, сейчас приедем. То есть я вам покажу вот это подкапотное пространство этого автомобиля и там закончим ролик. Так, ну, трафик у нас забитый. Так, сейчас попробуем развернуться, как-то в обратном направлении проехаться. Вообще, талисман, ну, такая машина, что как бы она комфортабельная, проще говоря. Сейчас, ребят, подождите, может, успею. Хотя нет, наверное. Она комфортабельная за свои деньги. И, на мой взгляд, хорошо исполнена в качестве материала. Там в тех же пластиках. То есть по энергоемкости, подвеске, как у нас выверены тормоза. То есть за эти деньги сложно что-то там купить от немецких производителей. Там за 1 900 000, я даже не представляю, какую немецкую там вы BMW не купите, там Mercedes, Volkswagen, даже Шкоду. То есть они и то будут дороже там 2020 года с пробегом там 73 тысячи километров. Вот. Сейчас сделай, Саня, немного паузу, потому что здесь длинный светофор, и там включимся уже, когда поедем. И опять же, вот функция автохолд. Очень удобная штука, если вы ездите в городском загруженном трафике езды.
Так, ну, в обычной, так скажем, такой езде, непринужденной, когда вы никуда не торопитесь, вы даже не замечаете, насколько быстро и мягко переключаются скорости в этой семерке ЕДЦ. Вот мы едем сейчас, ну, я вижу только, как стрелка переключает, а больше как бы таких каких-то рывков, выжимов, сцеплений, как-то, напомните, на старых роботизированных трансмиссиях здесь такого нет. Также здесь есть режим механической езды, то есть, вы, грубо говоря, ну, перешли влево, выбрали передачу, там, к примеру, первую или вторую, и едете по глубокому снегу. Ну, вот, Саня, еще раз сними, я топну чуть-чуть, там, вот, как бы, без фанатизма, для теста, так скажем. Ну, то есть, подтягивает она, ну, давай, хватит, так, хорошо. То есть, вот мы вдвоем едем с Саньком, то есть, перестраивается вообще очень и очень легко. Так, здесь мы сейчас, есть площадочка, остановимся, я вам покажу, что там есть под капотом у него. Сань, давай здесь вот тогда, ролик здесь, в принципе, наверное, и закончим. Сейчас я развернусь. Короче, рестайлинг внешне пошел на пользу, он стал более симпатичным, современным автомобилем. Без этого никуда, все производители делают рестайлинги в своих автомобилях. То есть, талисман. Также это талисман этого коснулось. Ну давай сейчас так, под капотку показываем. Здесь такой же легкий алюминиевый капот остался. Сейчас найдем мы педальку. Я уже, честно говоря, так, где же она? Где же она? Слушайте, честно говоря, я не помню. Таким же остался ли, то ли меня что-то кажется, что раньше где-то здесь педалька была, а теперь здесь. Возможно, какие-то изменения. Вот сейчас ради интереса пойду к старому талисману какому-нибудь и посмотрю, такой же замок у них или нет. Потому что, как мне кажется, раньше педалька здесь была, поэтому я ее и искал. Короче, вот он, турбобензиновый мотор, по сути такой же, как и на Дастерах, которые арканы турбированные продавались в России в последние годы. Появилась декоративная крышка. Сейчас попробуем, снимается ли она. Я думаю, да, снимается. Просто вот этой штуки я что-то совсем не помню. Это какой-то что-то, то ли датчик, что-то он нюхает, унюхивает. Потому что здесь получается подушка двигателя. Цепной мотор. Вот, работает тихо и мягко. Пусть специалисты напишут в комментариях. Да, ребят, напишите, что это такое. Просто на старых модификациях я вот не помню вот этого датчика, как и вот этой крышки. Ребят, ну, на этом обзор, думаю, подошел к концу. Кому понравился ролик, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а мы постараемся сделать еще более интересный контент про свежепригнанные машины. Всем пока!